сейчас зашла на местный рынок. Я, конечно, пришла поздновато. Здесь уже практически никого нет, но все равно, в принципе, товаров, ну, как вы видите, довольно-таки много и абсолютно разных. Здесь есть как и медикаменты, так и просто продовольственные товары, конфеты, все на любой вкус. В общем, что хотите, то и покупайте. Ценовая политика, как я уже и говорила, в гривнах и в рублях, ну, а курс где-то 1 к 2. Берут все очень такие довольные. Ну, лепешки я 100%. Однако, смотрите, ну, это не сегодняшнее, то, что оставалось. Вот сегодня печут, уже завтра утром будет свежий. Прямо горячий будет. А это ваше производство? Вот это конструкция, наше производство. Ну, вот это, конечно, гуманитарки получили, не наше, вот это все наше. Вот это ваше. И хлеб наше производство. Лепешки? Да, макнахаш. Класс. Это в гривнах указана цена, да? Болгарский, да. А по какому курсу продаете? За сколько можно взять? Ну, да, вот если... по рублям продаем. А по рублям не продаете? Можно. Можно? Да, ну как, какой курс, так посчитать. Ну если, например, 100 гривен, это примерно сколько в рублях будет стоить? Дают 1 гривен, по-моему, не дают. 1 гривен дают. 1 гривен дают? Да. А, то есть, ну, 200 рублей я бы... Все наше производство. Классно. И прям...